Общественная акция в поддержку проведения досрочных выборов мэра Одессы и городского совета прошла на Думской площади. Участники митинга выступили с обвинениями в адрес команды Геннадия Труханова. В то время, когда члены пока еще действующего исполнительного комитета городского совета что-то решали в зале заседаний, а действительно на улице уже дали оценку правящей команде. Сегодня одесская феодальная влада, она тоже требует, на нашу думку, полного перезавантажения. Что найменше за перезавантажение, а на мою думку, еще и расследование всех тех дій, які вони вчинили з нашим містом. Це стосується і грабунку бюджету міста. Це, на мою думку, злочинні рішення міськради, яка просто обслуговує кримінально-олігархічний клан Галантерника, Труханова и Ангерта. Городской совет под руководством Геннадия Труханова постоянно допускает нарушения различных юридических норм. Есть закон Украины про доступ до публичной информации, который предполагает, что проекты решений, которыми, в частности, распоряджень декоммунальной власти, которые подпадают под этот закон, они должны публиковаться там для обговорения за 20 дней. Жодного разу это не витримало. Остання сессия это вообще показала. Есть регламент, где у них вообще, в принципе, не дозволяється такий формат принятия решений. Регламент Одеської міської ради. Есть закон Украины. Сейчас есть земельный кодекс Украины, порядок распоряджения землями, есть закон Украины про землеустрій. Организаторы акции представили одесситам галерею портретов наиболее значимых чиновников, депутатов и бизнесменов, так или иначе причастных ко всему, что творится в Одессе. Центральное место среди них принадлежит действующему мэру. Чому саме мы вимагаємо зміни цієї влади? Чому? Чому? Вы знаете, я могу ответить по-простому. Потому что воруют. Одесская городская власть, вместо того, чтобы представлять интересы одесситов и защищать интересы одесситов, на самом деле представляет и защищает интересы преступных олигархических кланов. Как обещал президент, досрочные местные выборы в Одессе и ряде других крупных городов могут состояться в декабре нынешнего или весной будущего года. Александр Виноградов, Юрий Рух, телекомпания «Круг».